Необычная табличка появилась сегодня на двери кабинета губернатора области. На ней указаны выражения, которые запрещается использовать в разговоре с главой региона. Судя по всему, Андрей Никитин категорически не терпит сочетаний «не знаю», «забыл», «не слышал». Табу также наложено на выражение «это было еще до меня», «а почему я» и «мне не передали». Оставить надежду всем сюда входящим табличка не призывает, но ясно дает понять, что результат не измеряется количеством совещаний.